Размер страз. Я специально нашла эту картинку из интернета, где страз именно относительно типсы, потому что на сайтах часто мы видим просто, да, вот понятно, что номер 3 меньше, чем номер 4, но вот именно относительно самих ногтей, опять же, понятно, что здесь типс, и он может отличаться от стандартного размера, но вот здесь совершенно очевидно, да, что 3 это самые маленькие, 4, 5 и так далее. Больше 40 размера крайне редко используется, как вы видите, это занимает там практически половину площади всего типса, и, ну, крупнее размеры уже скорее больше на искусственных ногтях мы будем применять. Самые популярные размеры и наиболее часто используемые, и это, естественно, зависит от регионов. Я уверена, что кто-то в Европе, кто-то в Америке, да, кто-то в России, и у всех разная мода, но по моему опыту чаще всего нужен номер 3, 5, 8 и буквально 2-3 цвета номера 12 вам понадобится для разнообразия. То есть остальные размеры я крайне редко использую, но иногда вот какой-то эффектный цвет, например, голограмма, белый или ярко-синий, его хорошо иметь в нескольких размерах, чтобы вы могли делать дизайны на увеличение или на уменьшение страз, то есть тоже это может быть как такой эффект. Но, естественно, вам не нужно на самом деле иметь вот прямо всю палитру страз, которые только существуют во всех размерах, хоть я и знаю, что, наверное, это хочется. В общем, мой вам совет 3, 5, 7 – это вот самые частые размеры, которые нужны, если вы работаете с натуральными ногтями. Если у вас много кто наращивает, то на размер больше, соответственно, вам пригодится.